В рамках крупномасштабного проекта реконструкции на водоочистной станции Днестр филиал «Инфокс Водоканал» планирует оборудовать хлораторные немецким оборудованием «Алдас». Предприятию это обойдется в 19 миллионов 300 тысяч гривен. В текущем году в хлораторных уже проведены работы на сумму более миллиона гривен. «Инфокс Водоканал» продолжает реализацию своей инвестиционной программы модернизации мощностей предприятия. На этот раз оборудование и коммуникации обновляют на станции «Днестр». На Днестре сотрудники «Инфокс Водоканал» уже установили два новых австрийских насоса фирмы «Андрирц», электродвигатели и сопутствующее оборудование на сумму 22 миллиона гривен. Полностью меняют электрощиты на новые, украинского, кстати, производства. Мы купили насосы, они один насос заменяет два. Следовательно, по сумме электроснабжения мы экономим на каждой паре насосов до 25% электроэнергии. Мы идем по пути экономии электроэнергии. Кроме того, на предприятии полным ходом идет реализация проекта по замене линий внешнего энергоснабжения станции «Днестр». Старые кабели, дабы не было сбоев в работе станции, меняют на современные. Всего проложили 4,5 километра бронированного кабеля. Новые кабельные линии, которые надежно будут снабжать электропитанием нашу насосную, самую одну из основных, которая будет в свою очередь стабильно подавать воду в город Одессу. Два ввода, 4 кабеля, кабель алюминиевый, сечение увеличенное со 180 до 240 квадратов. Поэтому это очень надежный, хороший кабель. Все эти проекты модернизации направлены прежде всего на то, чтобы обеспечить бесперебойную работу водоочистной станции «Днестр» в любых погодных условиях и при любых обстоятельствах. Реконструкция хлораторных и закупка европейского оборудования позволит еще больше повысить качество очистки и обеззараживания воды, а также снизить расходы на энергопотребление. В Одессе будем менять кабельные линии на некоторых насосных, канализационных. Будем покупать новые насосы уже на канализационные, для того, чтобы можно было экономить электроэнергию, но при этом не ухудшая качество подаваемой воды. Но все это, новые насосы, новые силовые кабели, новые хлораторы, возможны только благодаря современной оплате за услуги водоснабжения и водоотведения. Поэтому руководство предприятия просит одесситов оплачивать счета вовремя. Это в интересах прежде всего самих потребителей.